трещины, сколы, разбитые качели, полуразрушенные горки, торчащие шурупы. Нет, это не заброшенный Чернобыль. Это детская площадка в Омске. Прокуроры проверили, как управляющие компании содержат игровые комплексы. Результат обследования налицо. Первыми на нарушение обратили внимание активисты Народного фронта. Они-то и пошли в прокуратуру. Конкретно эта детская площадка расположена во дворе на спортивном проезде. Аналогичная ситуация у домов на Иртышской набережной, проспекте Карла Маркса, Тимуровском проезде. Указанные нарушения могут причинить вред жизни и здоровью несовершеннолетних, в связи с чем подлежат незамедлительному устранению. По результатам проверки прокуратура внесла представление руководителям управляющих организаций. В настоящее время акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. За состоянием детских площадок в Омске наблюдают и молодогвардейцы. В рамках партийного проекта «Городская среда» проверяют общественные пространства. Последний рейд в Центральном округе. Факты, которые создавали бы угрозу жизни детей на игровых площадках, нами не были выявлены. Но были, конечно, выявлены некоторые недочеты, которые мы уже отправили в профильные ведомства. За последний месяц активисты проверили площадки во всех округах города. Цель одна – это обеспечение комфортного и безопасного пребывания семей с несовершеннолетними детьми, а также подростками на спортивных и детских площадках. Местные жители нередко передают свои пожелания по благоустройству. Самые частые – убрать незаконные парковочные барьеры, кронировать деревья, оборудовать ливневки. Отметим, в этом году в рамках партпроекта запланирован ремонт 32 общественных пространств.